магнитофонную эпоху. Его голос с хрипотцой и нехитрый перебор слышались повсюду. Песни Высоцкого доходчивые, простые, они близки и понятны всем. Фронтовики утверждали, что о войне так может написать только человек, прошедший ее дорогами. Он наш. Так о Высоцком могли сказать все, о ком он пел и писал. Владимир Высоцкий рассказывал нам почти обо всем, чем жил народ. И о войне, которую увидел не только глазами мальчика, но и с точки зрения умудренного бойца Великой Отечественной. И о космонавтах, спортсменах, альпинистах, шоферах, моряках, поэтах, обо всем. Это вводило в заблуждение многих слушателей, считавших, что Высоцкий сам прошел все это, о чем он пишет. Поэтому приходилось объясняться. Высоцкий говорил: «Я просто пишу от первого лица, всегда говорю я. Во всех этих вещах есть большая доля авторского домысла, фантазии. А иначе не было бы никакой ценности. Видел своими глазами, взял, да и зарифмовал». Он не вернулся из боя, песня Владимира Высоцкого. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубой. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Он молчал не в попад и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другой. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор, вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Вдруг оставь убыль. В ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.